Рыльник – это еще и масленка. В ней отапливали масло. Масло ставили в печь, потом сливали. Верхняя часть только у него сливалась, у маслица чистая. Внизу уже были оденки. То есть там уже примесь все равно остается в масле. И она оставалась на дне. Из нее стряпали потом, ее использовали в еду, но с ней масло быстро закисало. Поэтому придумали вот такую вот масленку, чтобы аккуратно, тихонечко слить. Она тяжелее была и оставалась на дне, та часть, которая непригодна для хранения. А эта верхняя, она светлая, уже маслица оттоплена, оно сливалось через этот носик. Почему его называли рыльник? Ну, наверное, чтобы рыло в него ходить. Кто-то придумал вот такое название, рыльник ему. Широкое оно было, чтоб все лицо туда могло войти, посмотреть, оттопилось ли масло, готово ли оно уже для того, чтобы слить.